асфальт сделали прямо перед подъездом. Ну что значит на улицу-то не выходить долгое время? 4 часа утра или ночи. Надо дойти до банкомата, снять денежку. Вот, потому что на следующей неделе мне уже надо будет гнать в Пермь. Разработчики пригласили на экскурсию, там на интервью, вся херня. 700 километров расстояние у нас примерно. Вот, слушайте, как мне нравится-то записывать-то. В такое время-то никого нету. В последнее время вообще что-то плохо сплю очень. Не знаю, с чем это связано. Ну, хотя знаю, но не скажу. Так, вот у нас Сбербанк. У меня карта сбербанковская. Так, на башкирском написано. О, пустили. Нормально. Так, в каком там терминале снимать можно? О, кошка. Так, вот так, да? Сейчас на самой карте по финансам было не очень. Я там на Алиэкспрессе с помощью нее отоваривался. Сейчас перевел с WebMoney. Сейчас дождемся, пока переведутся баблишки наши электронные. Слушайте, надо почаще так выходить гулять. Какая красота. Прям, знаете, постапокалипсис. Вообще никого нету. Ну все, ребят, денежка перешла, то есть без оповещения. На мобилку мне что-то ничего не прислали. Хотя бабос там уже лежал. Днем, когда откроется вокзал, надо будет узнать насчет билетов. Я, кстати, еще заказал крепление. Это такая большая прищепка, которая может прикрепиться либо на шапку, либо на кильзи. То есть на машине будет удобно вот так вот ездить. Слышу шаги. Настолько все крипово. Никит, кстати, скоро приедет. Через 2 месяца примерно. Там уже армия заканчивается. Соскучилась? Зачем ты полотенце уронил? Тут нормально висело. Хочешь понюхать камеру? Ни колбасой, ни корми, дай камеру понюхать. Свет я не выключал дома. То есть я прекрасно знал, что я через 10 минут приду обратно. Махасла, бабос, так. А тут еще лежит. Ладно. Так и не поехал я, в общем-то, ребят, кататься. Что-то нет такого желания прям. Кошка еще под ногами бегает. Блин, конечно, жалко, что монопод так и не придет до того, как я поеду в Пермь. Хоть один, любой абсолютно, на который можно закрепить камеру. Потому что я заказывал разные. Блин, кошка ко мне забежала. Сейчас по-любому будет наушники жрать.